сорт томата Жаудат. Вот такой красавец, ярко, густо, малинового цвета. Вообще камера даже не передает этот розовый цвет. Это мощное штамбовое растение. У него практически нет разветвлений. Высота куста достигает в открытом грунте до 60 сантиметров. Сорт среднего срока созревания. Один куст, как одна огромная гирлянда томатов. Куст просто увешан плодами. Садить можно гуще обычного, так как вширь растения не разрастается. Масса плода бывает от 100 до 200 грамм. Сорт очень высокоурожайный, как и все турецкие сорта. Этим сортом я осталась очень довольна. Очень высокий урожай этого сорта. В разрезе томат, не знаю, как передает камера, но цвет вообще шикарнейший, густо-малиновый цвет. Очень мясистый и в то же время очень сочный. По вкусу сладкий, но есть небольшая кислинка, она не портит этот вкус, только придает такой пикантный вкус этому томату. Этот сорт универсальный, подходит для салатов, заготовок для томатов, кетчупов, соков. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.